на нашей сцене. Ансамбль «Нече». Фольклорная композиция. Возрастная категория 13-15 лет. Сэди. Танец радости. Республика Саха, Якутия. Блестящим успехом, завоевав гран-при и другие призы на международном конкурсе фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Московское созвездие» в городе Москве, побывав на кремлевской елке, проездом в Якутске оказался детский ансамбль «Нече». Мы решили не упустить такую редкую возможность, поскольку ансамбль «Нече» родом из далекого села Кебергене, который находится за полярным кругом, и встретились с детишками и их руководителем Альбиной Романовной Соломовой. Нече — это в переводе с эвенского «северный цветок», ну как бы цветок морожки. И вот мы выбрали такое имя ансамблю. И занимаемся уже 2018 года. Когда вот я приехала в селе Кубергане и поступила, ну, стала работать учителем музыки в майорской средней школе. И вот основаем мы ансамбль «Нече» и занимаемся. Репертуар у нас очень огромный. У нас якутские песни, русские песни. И обязательно включаем репертуар эвенские песни местных авторов и вот авторов момских. Все включаем в репертуар. Работаем по проекту «Музыка для всех». Все возрастные категории, начиная с первого класса, занимаются музыкой. Кто на инструменте играет, кто поет. Thank you.
по приглашению в Сочи, они дали нам приглашение вот в Сочи, да, поехать в декабре в Москву и посетить Кремлевскую елку, участвовать в международном конкурсе «Московское созвездие». И вот мы, благодаря нашим родителям тоже, вот, которые поддерживают своих детей, они видят вот, развитие своих детей, да, и вот они благодаря им мы поехали в праздничную новогоднюю Москву. Там было более 100 номеров, и по каждому номеру там очень много детей, больше 10. Выиграли гран-при, и нам дали сертификат на 10 тысяч рублей и приглашение в Калининград летом. И там будет разыгрываться большой, самый большой финальный приз. Это будет супер гран-при. С нами был солист Степанов Сережа и Слепцов Марат. Они стали лауреатами первой степени. Степанов Сергей Витальевич. Народный вокал. 10-12 лет. Песня «Оленевода». Все наши достижения – это труд не одного человека. Это, я могу сказать, труд всей республики Саха-Якутия. И мы очень горды, что показали всей России эвенскую культуру, песенную культуру и традиционное вот, прикладное творчество. И я благодарностью отмечаю всех наших жителей села Кувергыня. Они всегда за нас болеют, они всегда... Но сопутствующие слова всегда говорят, и это нас окрыляет. И мы говорим спасибо местной администрации, нашей главе Атласову Ивану Ивановичу, нашему коллективу школы, майорской средней школы, всем учителям, директору Чировой Сабдане Гавриевне. И мы благодарностью говорим, своей благодарности говорим нашим родным родителям. Наши родные родители,
Вот они поддерживают своих детей. Мы живем очень далеко, и у нас проезд тоже дорогой, но они вот наперекор всему, они готовятся вот к гастролям детей, да? Они поддерживают детей. Они хотят, чтобы их дети видели будущее. Ну вот, все прекрасное и хорошее. Дети поделились своими впечатлениями от поездки. Придумал танцы, я учу в 9 классе. Я в этом ансамбле занимаюсь уже около 4 лет. Мне нравится в ансамбле петь, танцевать, изучать свою родную культуру и путешествовать. Я был в Сочи и в Москве. В Москве мы побывали на Красной площади и видели всю ее красоту. В частности, нам понравилась вечерняя Красная площадь. Меня зовут Сидорова Эмма, я учусь в 8 классе в Майорской средней школе. Этим летом мы были в городе Сочи. Мы участвовали там в конкурсе у самого Черного моря и заняли гран-при. Впервые купалась в море. И как твои ощущения? Мне очень понравилось. Не страшно было? Все-таки это море, стихия. Чуть-чуть страшно было. Меня зовут Александра Люба. Я учусь в 6 классе в Майорской средней школе. Я впервые побывала в Москве. Мне там очень понравилось. Мы участвовали в конкурсе «Московское созвездие». Там было много участников из обыск, из Республики Саха-Якутия. Меня зовут Степана Сережа, и я учусь в 6 классе. Мы впервые побывали в Кремлевской елке. В Кремлевской елке было очень сказочно и необычно. Мы увидели там представление, и оно было сказочное. Да, представление было о том, что Снегурочку там украли, и Дед Мороз с другими персонажами пошел ее спасать. И что? Спас? Спас? Дед Мороз спас? Да, Дед Мороз спас. Меня
я учусь в 8 классе в Майорском среднем образовательной школе. Я впервые побывала в городе Москва. Мне очень понравилось. Мы благодарны нашему наставнику, носителю языка, Слепцовой Акулине Дмитриевне. Она нас поддерживает. И вот на ивенском языке петь очень сложно. И мы благодарностью отмечаем нашего представителя Республики Саха-Якутия международного конкурса Макарову Ларису Лукиничну. Вот ее слаженной работе, опыту, да, мы вот столько много детей, вот едем даль такую, и все-все организованы. Мы живем на реке, на прекрасной реке Индигирка, да, и мы всегда поддерживаем связь вот с соседними улусами. И мы, у нас есть тесная связь с Момбурским улусом, да. И я хочу передать свое спасибо моей однокурснице, которая работает в музыкальной школе села Фануль в Момбурском улусе, Теровой Гане Гавриловне. Мы всегда советуемся с ней, да, и она мне вот помогает подбирать эвенский репертуар. И вот мы всегда поддерживаем связь с эвеном Момбурского улуса. Мы были рады, что познакомились с таким прекрасным ансамблем с поэтическим названием «Нёча» – «Цветок Марушки». И пусть наше знакомство состоялось почти что на лету, как говорится, но тем не менее наши телезрители теперь знают, что есть такой ансамбль, который успешно представляет нашу Арктику, нашу республику на престижных конкурсах-фестивалях, который сохраняет традиционную культуру эвенского народа. И дальнейших им успехов. Yeah.
Thank you.